Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіться у хитим випуском. Член Совета Республики Национального Сходу Андрей Беляков наведал предприемство «Гомельбудматериалы» и уступил с его коллективом у открытый диалог. У Гомеля после реконструкции открылся дитячий отдел областной библиотеки и прошел международный форум «Диалог культур». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Член Совета Республики Национального Сходу, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Андрей Беляков сегодня наведал предприемство «Гомельбудматериалы» и уступил с его коллективом у открытый диалог, что обмерковывали на встрече. Про это наш наступный сюжет. Открытое акционерное товариство «Гомельбудматериалы» на сегодня один из найбуйнейших вытворцев будовничих выработок у нашей стране. Завод выпускает больше за 30 наименее продукции, якая запотребованная не только у Беларуси, але и в Украинах СНД и Евросоюза. С работой предприемства, его подразделениями и службами ознакомился член Совета Республики Национального Сходу, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Андрей Беляков. Он прошелся по цехах завода, доведался про перспективы предприемства и погутарил с коллективом. Людей ведь волнует то, что прежде всего сегодня характерно для этого времени. Ну, предположим, финансовая стабильность предприятия, заработная плата, социальное обслуживание, поддержка семей и так далее. То есть людей волнуют нормальные проблемы, которые волнуют каждого из нас. И ведь самая главная задача, чтобы эти проблемы решать. Чтобы такие встречи не проходили просто, знаете, в процессе пообщались и разошлись, а чтобы был какой-то конкретный результат. Встреча с коллективом предприемства прошла в формате открытого диалога. Социально-экономичное развитие страны, сферы эдукации, молодежная политика, поддержка материнства и дитинства. Спектр тем, закранутых на встрече, был широким. При этом задавать тон гуторцы могли и сами слухачи. Работая на предприятии более 5 лет, вот, пришел сегодня на эту встречу задать вопросы о том, какие появятся нововведения в образовании, может, что-то предложат новое, увиденное на форуме международном, молодежном. Я считаю, что нужны эти встречи, диалоги открытые для того, чтобы люди, у которых есть какие-то вопросы, они могли их задать и чтобы их услышали. Ганна Ковалева, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». 30 кастрычника у Гомеля можно назвать днем библиотек. Спочатку после реконструкции тут открылся дитячий отдел областной библиотеки, а у другой половине дня уже непосредственно у головным корпусе прошел международный форум «Диалог культур». Мероприемство наведал Олег Сенцеров. На окне отдела обслуживания учеников младших классов областной универсальной библиотеки еще можно увидеть уведомление об том, что в связи с проведением ремонтных работ трапить сюда можно только со двора. Але по великим рахунку теперь оно уже не актуальное. С 30 кастрычника отделение снова принимает наведовников с парадного ухода. У вынику реконструкции тут не только изменили интерьер, але и пополнили фонды. Сегодня дитячих книг шмат, и они вельми разностайные, причем их можно выкористовывать не только непосредственно для читания. Вот это, например, книга «Сказка», с ее можно познакомить дитяти уже во взрослости 6 месяцев. Подчас проведения реконструкции у дитячем отделе областной библиотеки объявили акцию «Подари книгу детям», принять удел у якой запросили размещенные у Гомеля предприемства и организации. Покуль отгукнулись не все, але час еще есть. Акция протягнется до конца года. Свой уклад у пополнения фондов унесла и телерадиокомпания «Гомель». С керовництвом библиотеки сапраўды можно погодиться. Книга – это свет, який выховывает и учит верить у сябровство и справедливость. До речи, довольно шмат батьков сегодня не только мкнутся приучить детей до читания паперовых выданий, але и сами читают разом с ними. К счастью, есть семьи, которые заинтересованы в том, чтобы их дети развивались, чтобы они читали. И в прошлом году мы работали по проекту, например, «Дружим с книгой всей семьей». От литературы для маленьких до литературы для дорослых. Когда у дитячем отделе принимали выдание для детей, то непосредственно у самой областной библиотеки сегодня презентовали выдание творов Франциска Скорины. У 22 томах все ведомые творы первого белорусского книгодрукара. Теперь их семейное выдание будут и во всех районных библиотеках Гомельщины. Такие штамы, до речи, передадены так само у Национальной библиотеки России, Украины, Ватикана, США, Великобритании и Китая. Скорина ведомый как философ, как наш первый доктор наук.
наук, тому вельми цікавні його предмови, коментарі до його видання. Тому, наприклад, ми зібрали з усього світу, справді, по сторонці, все, що заховалося із книжної спадщини Скарини. Повне видання Франциска Скарини стало можливим у тим ліку, дякуючи співпрацівництву бібліотек різних країн. Об необхідності постійного взаємодії сьогодні казали і під час міжнародного форуму «Діалог культур, традиції і інновації українознавчої діяльності», проєктна діяльність, створення і підтримка сайту. 45 років тому обласні бібліотеки Гомеля, Бранська і Чернігова почали не просто обмінюватися опитом, а й проводити сумісні мероприємства. У їх і зараз шмат агульних задач. Саме головне серед яких – виховання прац слова. На кожному сайті бібліотеки можна знайти ту літературу, ту інформацію, яку більше нігде не знайдеш. Тому читати стали не то, що менше, вони по-разному читають. Читают электронную книгу, читают печатную книгу, читают электронную информацию, читают просто газету и журнал. Олег Сентеров, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Напередодні двохгоддя Беларускай гільдыі майстроў і рамеснікаў гомельскія майстрыхі прывезлі ўзнагароды з міжнароднага конкурсу тэкстыльнай лялькі і цацкі. Імёны пераможцаў назвалі на выставе «Крафт-базар» у Санкт-Петербурзе. На рахунку прадстаўніц Гомеля 4 ўзнагароды. З пераможцамі знаёмілася Ганна Каральчук. Конкурсы выстава «Кірмаш рукадзелля і творчасці» аб'ядналі десяткі майстроў з Расіі, Эстоніі, Украіны і Беларусі. Там можна было ўбачыць незвычайныя прадметы інтэр'ера – мяккія цацкі, упрыгажэнні, аўтарскае адзенне і аксесуары. Ад Беларусі ў творчым форуме ўдзельнічалі 20 майстрых, а кіраўнік Беларускай гільдыі майстроў і рамеснікаў Святлана Гаўрыльчык уваходзіла ў склад журы. Это был текстильный конкурс, поэтому там были и вязаные куклы, и смешанная техника, и валяние было, и чулочные куклы, то есть народные обрядовые куклы. Когда девочки делают эти куклы, они читают молитвы. Да, они знают, что там должно быть только два оборота красной нити, там должно быть какие-то только три узелочка, да, то есть это надо соблюдать. Удзел у конкурсе не только допомог белорусским рамесникам заявить про себе на международном узроўні и познакомиться с коллегами из інших краин, але и натхнил на стварэнне новых работ. Уладальнікам дыплома трэцяй ступені ў намінацыі «Народная лялька» стала Анжаліка Хімакова з абярэгам «Тры сястры». Три куколки, представляющие Беларусь, Россию и Украину, сделаны в обережной технике. Куколки традиционно без лица, с применением обережной красной нити, то есть на скрутке и прикручении головы не использовалась игла. Символической вышивкой, это наша гомельская вышивка, если кто-то обращал внимание, на здании вокзала у нас именно такая вышивка. Другие места присуджены Ганне Кравянковой-Галыгиной у номинации «Гульнявая лялька», якая представила на суд журы лялек Пугачева и Кветочка, а так само Наталья Рашетник у номинации «Народная лялька». Я делаю традиционную народную куклу, но с православным уклоном. У меня они все делаются с православными молитвами, потому как я из рода священнослужителей, поэтому вот и сама очень верующий человек. По просьбе игумени Веры, настоятельницы Свято-Тихвинского женского монастыря, она меня просила сделать куклу в народной традиции матронушки. Гран-при конкурсу текстильной ляльки и цацки завоевала композиция Татьяны Громыко «Вакол свету». Майстер створяє мініатюрних лялек від 1 см до 12 у техніці сухого валяння з вовнами мериноса. Я просто делала клоуна, і потім я вирішила, що це скучно, просто клоун. Хотела його зробити шариками, потім у мене неожиданно возник великий зонт, який на такій веревочці, вроді би, як шарик. І потім вирішила зробити для нього слона, слон-город. То есть это как бы символ того, что клоун с цирком по всему миру путешествует. Гомельские майстры застались задоволены своим первым делом в международном конкурсе и выставе. Кажуть, это добрый штуршок до экспериментов и постоянного самоудосконаления. Напереди их чакает еще больше масштабное мероприемство – выстава «Час лялек», якая пройдет в конце снежня у Санкт-Петербургу. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сёння ў Гомелі адкрыўся профільны ваенна-патрыятычны лагер «Я патрыёт». На працягу тыдня 25 школьнікаў будуць наведваць вайсковыя часці, музеі і спартыўныя аб'екты. Хоць, як даведаліся нашы корэспандэнты, толькі забаўляльна-пазнавальным мерапрыемствам работа лагера не абмяжуецца. Не забывай.
Гэтая практыка ў Гомелі існуе з 2009 года. Падчас канікулу пры гарадскім міжшкольным цэнтры да прызыўнай падрыхтоўкі арганізуецца ваенна-патрыятычны лагер. Летам ён кругласутачны, зараз час работы абмежаваны светлавым днём з 9 до 16. Думкі падлеткаў, якія ў лагеры не ўпершыню, падзяліліся. Некаму не падабаецца дысцыпліна, якой прыходзіцца пастаянна прытрымлівацца. Нехта наадварот задаволены насычанай праграмай. Панравілася, здесь я ўжо не первый раз. Мы разбирали автоматы, стреляли, на экскурсии ездили. Ну, понравилось очень. На протягу тыдня удельники лагера «Я патриот» наведуются областный музей военной славы, здесьнить экскурсию в войсковую часть и покатаются на конях у областным центре Олимпийского резерва. Разом с тем, подчас распрацовки программы уличивался той факт, что переважная большесть подлетков находится на разных видах профилактичного улику. У связи с этим у приватности запланованы встречи с медиками, представниками православной церкви и силовых структур. У пятницу отбудется подведение выников работы лагера с уделом наместников директоров школ. Коли до подлетков не будет никаких зауах, их могут снять, как минимум, с внутришкольного профилактичного улику. Во второй половине у нас все направлено на здоровый образ жизни. Будет очень много мероприятий спортивного плана, будет волейбольный турнир, будет военно-спортивная игра «Зорница». То есть все для того, чтобы каникулы для них запомнились и был, у них каникулярное время было занято. Потому что ребята требуют повышенного внимания. Олег Сентюров, Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі прайшла абласная навукова-практычная канферэнцыя «Пошук». Навучэнцы з усіх раёнаў сабраліся, каб падвесці вынікі сваіх даследчых работ. Упершыню канферэнцыя «Пошук» прайшла ў 2005 годзе па дысцыплінах «Матэматыка» і «Інфарматыка». З цягам часу спіс папоўніўся хіміяй, біялогіяй, астраноміяй і фізікай. Пасля з'явіўся і сацыяльна-гуманітарны напрамак – даследаванні ў сферах лінгвістыкі, псіхалогіі, гісторыі і геаграфіі. Члены экспертнай камісіі сцвярджаюць, что с каждым годом не только увеличивается количество удельников, але и растет их эрудиция и узровень володания певным предметом. Профилактичная акция «Фликер мой сябр» прошла сегодня в Гомеле. Ее инициаторами стали областная дзяржаўтаінспекция и кинотеатр «Октябр». До уделу были запрошены маленькие жыхары областного центра, навученцы первых классов установ адукации советского района Гомеля. Детям у гульнявой форме расповели об правилах дорожного руху. Галовный акцент был зроблен на абавязковым выкарыстанні флікераў у цёмны час, пасля чаго кожны са школьнікаў атрымаў ад супрацоўнікаў ДАІ гэты каштоўны прадмет. Во время каникул дети предоставлены в основном сами себе, то есть большое время проводят на улице, поэтому с целью обезопасить их жизнедеятельность, скажем так, госавтоинспекция проводит такие вот мероприятия, чтобы дети были заняты. Акцию «Флікер мой сябр» плануется зрабіць традыцыйной. У ближайший четвер аналогичное мероприемство отбудется у кинотеатра «Імя Каленіна» для школьников центрального района Гомеля. У Гомелі прайшоў трэці адкрыты міжвузаўскі творчы фестываль «Сяброўства», прысвечаны Дню незалежнасці Туркменістана. Пляцоўкай яго правядзення стаў Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя Сухога. Сюды з'ехаліся каля 150 чалавек. Замежныя студэнты беларускіх ВНУ, якія па абавязку вучобу вымушаныя галоўнае нацыянальнае свята сваёй краіны, сустракаць амаль за 4000 кіламетраў ад радзімы. Стварэнне гэтага фестывалю стала знакам сяброўства і павагі беларускага народа да традыцыі іншых народаў. Сёлета ўдзел у фестывалі прымаюць студэнты з 8 ВНУ Гомеля, Магілёва, Горак і Мінска. Да пачатку канцэртнай праграмы яны арганізавалі выставу нацыянальнай творчасці. Затым дзейства перамясцілася ў актавую залу, дзе на сцэне выступілі каманды ўсіх ВНУ удзельніц. Дарэчы, для студэнтаў з Туркменістана гэты фестываль – выдатная магчымасць сустрэцца ў адным месцы, а для мясцовых жыхароў – шанс пазнаёміцца з культурай далёкай краіны, не пакідаючы Беларусі. Так, у ліку гледачоў былі не толькі беларускія студэнты, але і школьнікі і гімназісты. У тым ліку і студэнты універсітэтаў, якія прыехалі сюды вучыцца з Кітая, Індыі, Шры-Ланкі, Ізраіля і Узбекістана. Усе яны маглі не толькі пачуць матывы Туркменістана, але і паспрабаваць нацыянальныя стравы. Это письмо, это как бы национальное для приветствия, у нас всегда так дается как бы в начале. У нас много традиций, такие интересные, как бы остались с давних времен. Например, у нас из свадьбах много традиций интересные. Мы хорошо понимаем, чувствуем, вот как быть
хоть и в дружественной стране, но все равно это не родная земля. Поэтому мы решили скрасить для турецких студентов вот это, чтобы они... Ведь так им собраться просто так сложно в разных городах. Ну, а здесь вот встречаются и, так сказать, обмениваются мнениями. Ну, и, честно говоря, для нас это очень важно. Мы все-таки стараемся сделать все для того, чтобы они чувствовали себя не как дома, а чувствовали дома. Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць мой калега Максім Савін.